Осенью этого года «Трофей игр будущего» совершил ралли по 7 городам России, проделав путь от Москвы до Байконура. В конце ноября его встречали в Ульяновске. Одними из главных организаторов мероприятий в нашем регионе стала Федерация фиджитал спорта области и Ульяновское училище Олимпийского резерва. За организацию встречи «Трофея» училище было передано на хранение его копия, которую учебное заведение временно предоставило для выставки музея «Метеорологическая станция Симбирской планетарии». Музей – это не только прошлое. Музей – это настоящее и будущее, потому что всем известно, что без прошлого нет будущего, без настоящего мы не можем понять ни прошлое, ни будущее. Одним словом, приходите к нам в планетарий, смотрите на удивительный трофей, который, безусловно, знаменует новое начало огромного потрясающего явления, связанного с развитием киберспорта в нашей стране. На презентации копии трофея «Игры будущего» в музее метеостанции Симбирска присутствовали студенты Ульяновского училища Олимпийского резерва. Через 3 месяца некоторые из них поедут в Казань в качестве волонтеров, где впервые в истории с 21 февраля по 3 марта состоятся «Игры будущего». Наши студенты, вот сейчас они проходят конкурсный отбор, вот, чтобы они как волонтеры побывали на этом событии. Основную поддержку от них будем иметь, когда в конце следующего года, как уже наш губернатор сказал, на базе училища будет создан фиджитал-центр. То есть федеральные деньги под это выделены. Вот, но мало, так скажем, построить его, да, самое главное – насытить его жизнью. Копию трофея «Игр будущего» можно будет посмотреть в музее метеорологической станции Симбирской планетарии до 21 февраля следующего года. Трофей-оригинал 1 декабря с космодрома Байконур отправился на Международную космическую станцию. На Землю он вернется в 2024 году и отправится в столицу Республики Татарстан к месту проведения «Игр будущего». Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.